18 апреля в Чебоксарах стартует форум «Релав Экспо». В его рамках состоится международная научно-практическая конференция и выставка инноваций. На форуме обсудят достижения и проблемы отечественного релестроения. Главная тема – повышение экспортного потенциала российских предприятий. Организаторы готовятся принять более 200 гостей из других регионов и стран. О своем участии уже заявили представители иностранных компаний Италии, Германии и Швейцарии. Столь масштабный форум Чувашия принимает не в первый раз. В Чебоксарах «Релав Экспо» проходил и в 2013 году. 24 экспозиции будут выставляться на выставке. Это как наши чувашские производители, так и из регионов Российской Федерации. Кроме всего, мы для того, чтобы привлекать, вот, кто задачу ставит, Михаил Васильевич, молодежь, отдельно для них сформирована тоже конференция, небольшая сессия, для того, чтобы они могли обменяться опытом.